Здравствуйте, уважаемые зрители! У нас сегодня в гостях Елена Князева, блогер, ведущий программы «На 20 лет моложе» и автор книги «Переводитель в молодость и красоту». Добрый день! Я сегодня пришла в гости к Сергею Снисаренко как эксперт. Хочу задать вопросы, которые, я думаю, интересуют не только меня, потому что ровно год назад были созданы ряд интересных программ в рамках научного проекта «Тетраксис», это созданного по наследию Пифагора. И пусть вас не смущает название «научное», потому что это очень интересные игрушки, которые просто увлекают, завораживают, и с помощью этих программ вы можете кардинально поменять свою жизнь, начиная от изменения фамилии, имени, отчества, работы на тотализаторе, да, то есть от работы при... свой рацион питания. Да, что там еще? Вот сегодня мы как раз будем рассматривать вопрос о совместимости пар. То есть, если вы сомневаетесь в выборе своего суженого, то программа вам поможет рассчитать и подскажет, может быть, какие-то правильные решения. Да, она может подсказать решение, конечно. Что можно сделать, чтобы наладить или улучшить отношения. Либо с этим человеком, может быть, вообще даже не стоит заморачиваться, дальше двигаться. Или как заморачиваться. Или как заморачиваться. Да. Хорошо. Так, слушаем твой вопрос. Ко мне обратилась Завьялова Наталья Петровна и хотела, ну, по определенным причинам, мы не называем число, месяц, год рождения, но когда вы будете пользоваться этой программой, вы обязательно должны будете, кроме своего фамилии, имени, отчества, ввести число, месяц, год рождения. Она обратилась с вопросом о том, совпадает ли она с молодым человеком. Совместимы ли они, да. Ну, фамилию, имя, отчество я не буду называть, но мы уже просчитали, и у нас есть данные на эту пару. И сейчас благодаря их числовому значению в клеточке, в программе, да, в системе Пифагора. Мы сейчас правильно давайте я покажем. Говорю? Да, мы покажем, как это выглядит. Да. Уже мы покажем готовый результат, когда просчитали, и где они находятся, и что они из себя представляют, и как это выглядит. Да. Мы использовали программный продукт, который находится в открытом доступе. Это программный продукт называется «Счетчик Пифагора». Он бесплатный. Да, в открытом доступе бесплатный, он бесплатный. И мы покажем, как на нем решается такая задача. Но есть еще и много специализированных программ, которые можно приобрести и использовать их для тех или иных расчетов. Ну вот сейчас я вам покажу, как найти эту программу, на которой мы будем тренироваться, да, в решении этой задачи, которую Лена поставила нам. Вот мы видим, что когда вы поисковик набираете счетчик Пифагора, вот он появляется буквально на первой линии, для использования Пифагор, нажимаете его и попадаете в интерфейс счетчика Пифагора, куда мы ввели, просто нажимаем. Вот и видим, что данная дама попадает вот это вот этот интерфейс, показывает нам взаимодействие, которое происходит в общей системе ее взаимодействия с миром, и она вот формирует себя вот в этой точке общего взаимодействия. В музыке это называется нотка соль. Мы сразу видим, что вот, еще какой-то там номер стоит. Да, номер это стоит, называется линия проводимости, то есть дама очень любвеобильная, если говорить нумерологически. Да вот, ладно, даже это она, показывает. Наверное, да, и поэтому она, наверное, переживает по этому вопросу. А вот цвет синий, это говорит о том, на какой частоте она производит обработку информации. Она думает, Наталья Петровна думает на частоте, которую мы видим как синий цвет. Угу. И это очень важный критерий, потому что если она не будет в своей одежде включать синий цвет, то люди, когда будут ее слышать, не видя ассоциирующего синего цвета, не будут ее понимать, потому что не будет осуществляться пеленг.
Да ладно. То Да. есть получается, что если вот мы сейчас дальше просчитаем ее молодого человека, то я все время должна с ним встречаться в синем Нет, платье, нет? она может синее платье одеть, может и синяя шапочка, может синий шарфик, что-то А, синее должно быть, все что в время? одежде, да. Спектр этого интервального построения будет синий, красно-желтый. А, то есть можно и синий, и красный, и желтый. Да, то есть если она, допустим, красно-желтый вставит, да, то синий будет как бы подразумеваться. А, Тогда человек окей. это поймет, да. Ну, он Такие может в сторону голубого ядреные пойдет. цвета. Да. Ну, это не значит. В данном случае вы совершенно точно можете понять, что вас будут понимать. То есть Отлично. это как указание для нее. Теперь дальше мы идем. Мы смотрим ее партнера. Да. Смотрим ее партнера и видим, вот мы его ввели, вводим его и видим, что он занимает место вот в клеточке, которая в музыке имеет название ля диез. Ну, пусть вас не смущает в данном случае музыкальная аббревиатура. Вы можете очень просто это сделать. Вы возьмете вот эту нотку, которая она, вот соль, да, и его нотку соль, и смотрите, Почему у нее ля диез? ой, ля диез, и смотрите вот три вот эти колоночки. Вот, раз, два, три, Верхние. да, верхний, и вот по всему ряду и смотрите. Вот если это соль, если в этом столбце ля диез, видите, да? Вот это вот, если ля диез, вы Нету. видите, что нету. Если вот эта соль вот в этом ля диез, вы смотрите, есть, видите, да? То есть вы можете сказать, что вот этот ля диез больше заинтересован В ней, чем в она в ней. ней, чем она в нем. Отлично. То есть для нее это хорошая новость. Для нее это хорошая новость, да? Но в том числе это будет говорить о том, что она будет смотреть на сторону и мысли о других избранниках не будут ее покидать. Нормально. Да. Вот, это надо понимать. Теперь мы должны понять, а как можно их еще как бы сблизить Да, вот в это важно. большую Да, сторону, да? если они друг другу Да. симпатизируют. Тогда вы должны посмотреть, есть ли они в конструкции вот от второй линии. Вы смотрите, допустим, соль, да? Есть ля диез? Есть, видите? То есть вот здесь соль и ля диез находятся рядом. Но объединяет их вот эта нотка ре диез. Им нужен третий? Но не третий, а нужно дело А. или что-то, что бы их объединяло. А, понятно. Но это Да. может быть, ну, общее какое-то занятие спортом, да? Ну, например, Или да, путешествие, вот или как что это там. определить, да? Да, как это Вы определить? возьмете, мы сейчас еще откроем один интерфейс, чтобы вам удобно было, и, допустим, вписываем сюда что? Ну, например, занятия спортом. Да? Да. Прям пишите занятия Спортом. спортом. Это общее понятие, Да, да? понятно. Давайте нажмем. И видим. Это ре диез. Отлично. Вот Обратите видишь, как внимание, я видите, да, прям вот угадала. четко, интуиция работает. И таким образом, если они начнут заниматься спортом, будешь каждый своим, но это общее будет занятие. Это будет их объединять, потому что эти занятия спортом будут объединять и Супер. его, и ее. И также можете посмотреть и другие, потому что А, этот счетчик например, можно. давай еще для примера посмотрим путешествие. Давайте посмотрим путешествие. Путешествия. Набираем, смотрим. Это будет ми. И тогда вы смотрите на вот эту вот тональность, да, которая их объединяет. И смотрите, есть ли здесь ми. Здесь ми нет. То есть путешествие им не грозит. Да, тогда вы смотрите, а что же тогда может это, если вы захотите поехать в совместное путешествие, Да. то есть в данном случае это совместное путешествие может быть камнем раздора. А если они Поэтому соберутся ехать на горные лыжи, например, вот они занимаются вместе, или дайвингом, ну как ну, так? если мы совместный Со спорт, да, спортом, да. но тогда вы должны понимать следующее, да, что ми, видите, да, с солью,
создает так называемое минорное построение, то есть аккорд грусти. Поэтому в данном случае вам необходимо его, чтобы нейтрализовать, усилить свое построение за счет уплотнения своей тональности. То есть, если вы путешествуете, значит, нужно страну подобрать либо в ре диезе. А, поняла. Понятно, да? Либо, то есть здесь вводятся еще, ре. Да, есть, здесь вводятся еще дополнительные факторы. Да. Допустим, в Альпы им ехать, например, на горные лыжи, ну условно, можно. Да. А ехать куда-нибудь там, собирать грибы в какую-нибудь там страну, ну, я имею в виду, ну, может быть, там на Алтае, ну, я не знаю. Да, там, можно подобрать. Да, да. Ну, допустим, им не советуют туда ехать. То есть вот еще можно задать еще один параметр. Ну, то есть есть возможность у людей в эту игрушку играть, скажем, достаточно долго. Да, достаточно долго. Долго, тем более она в открытом доступе. А для специализированного пользования есть специальные программы, которые вы можете посмотреть у Елены на ее страничке. Вот, и можно по ссылочке и приобрести эти программы. Или записаться на курсы пользования счетчиками Пифагора, которые Елена тоже собирает. Да. Смотрите нас. В следующих программах будет еще интереснее. Мы будем рассматривать другие возможные варианты жизненной ситуации. А если вам интересно, присылайте свои вопросы. И да, мы можем спокойно посчитать и вас. Их данные, да, мы, пожалуйста, это сделаем в открытом эфире. Спасибо за внимание. Всего доброго. До свидания. До следующих встреч.